Здравствуйте. Добро пожаловать на программу «Вести Карачаево-Черкесия». События понедельника в репортажах наших корреспондентов. Ровно 60 лет назад на космическом корабле «Восток» был совершен первый полет человека в космос. Сегодня Международный день космонавтики. Глава республики Рашид Тимрезов и спикер парламента Александр Иванов возложили цветы к памятнику первого советского космонавта Юрия Гагарина. Юбилей в этот день празднует и Дворец пионеров, и школьников, который для мальчишек и девчонок распахнул свои двери ровно 60 лет назад. Александра Коваленко подробнее. Полет к звездам, прорыв в освоении космоса после фразы «Поехали». Это исторически значимое событие для всей России произошло именно в этот день. 12 апреля с космодрома Байконур был дан старт первого полета человека в космос. Облетев земной шар, полет длился 108 минут и, катапультировавшись за несколько километров до Земли, Юрий Гагарин благополучно приземлился в одной из деревень Саратовской области. Имя Юрия Гагарина узнал весь мир. Досрочно космонавт был удостоен звания майор и звания Героя Советского Союза. День космонавтики впервые был отмечен спустя год после первого орбитального полета вокруг Земли. Традиция празднования остается и сегодня, которую поддержали глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов и спикер парламента республики Александр Иванов. Именем Гагарина называли улицы, проспекты, здания. Город Гжатс, где родился и жил летчик, в 1968 году был переименован в его же честь. В 1960 году, 12 апреля, знаменательное событие произошло и в городском доме пионеров и школьников. Для мальчишек и девчонок свои двери распахнуло новое, просторное здание, которое вот уже 40 лет носит название «Имя первого космонавта». В середине 30-х годов здание располагалось на улице Почтовой. Сегодня это улица Горького в Черкесске. Когда началась Великая Отечественная война, кружковцы активно поддерживали солдат, выступая на мобилизационных пунктах перед отправкой призывников на фронт, давали концерты в станицах и аулах, а вырученные средства направляли в фонд обороны. Ни на минуту они не прекращали свою деятельность. В мае 47 года в Доме пионеров работали 5 кружков. Музыкально-хоровой, литературно-драматический, растениеводство и зоологический. Эти секции посещали тысячи школьников. Все эти годы мальчишки и девчонки ютились в старом здании. Дети, которые мечтали получить красивое здание, после войны у них не получилось, но 12 апреля 1961 года им посчастливилось, им дали такое замечательное здание, где детки продолжили свое обучение. И уже на протяжении многих лет обучаются детки. Сегодня в Центре культурного развития имени Юрия Алексеевича Гагарина работает 21 объединение. Свой досуг проводят 1200 мальчишек и девчонок, проживающих в Черкесске. Улыбки радости согревают дети, которые посещают нас с теплотой, и наши преподаватели с теплым сердцем принимают их. Александра Коваленко, Мухаммед Ашибоков, «Вести Карачаево-Черкесия». Для жителей аула Старая Джигута день космонавтики стал двойным праздником. После проведенного ремонта сегодня состоялось открытие Дома культуры «Чолпан». Глава Карачаево-Черкесии принял участие в торжественном событии. Атмосферу праздника прочувствовала и Альбина Ламкова. Праздничную атмосферу открытия Дома культуры «Чолпан» после ремонта создали звуки национальной гармонии, традиционная чаша айрана, поданная гостям праздника. И уже в новом, отремонтированном, красивом и комфортном актовом зале организаторы торжества и готовились к праздничному событию. Главе республики представили интересную программу ко дню космонавтики «60 лет в космосе». То, что мы создаем, мы прежде всего делаем для наших детей. То, как они будут расти, в каких мероприятиях будут участвовать, чем будет наполнено их детство, повлияет на развитие их как личности. Именно такую задачу перед нами ставит президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. И вот даже в самых отдаленных сельских населенных пунктах мы, органы государственной власти, должны создавать условия для полноценного физического и интеллектуального развития наших детей. Рашид Тимрезов пожелал, чтобы Дом культуры стал центром аула, в который будут приходить и заниматься не только дети, но и взрослые, развивали народное творчество и все заложенные традиции народов нашей многонациональной республики. И также, конечно, в преддверии того, что завтра начинается глаза, хочу всем пожелать крепкого здоровья, крепости духа, чтобы все намеченные ваши планы обязательно реализовались. Затем к главе региона обратился старейшина Старой Джигуты Нурчук Качкаров. 93-летний аксакал поблагодарил Рашида Тимрезова за преобразование в республике, включая родной аул. Глава республики нам помогает, строятся мосты и дороги. Мы радуемся всему, что идет на благо нашего аула.
Старая Джигута – старейший аул, и мы хотели бы, чтобы преобразования продолжались. В храме искусств «Новая жизнь после ремонта». Он был проведен в рамках программы развития культуры Карачаева-Черкесии. В ДК полностью заменили кровлю, обновили фасад. Полы, окна, двери, отопительная система заменены. А штукатурены стены и потолки. Гости праздника убедились и в отличной акустике актового зала. Надежда, мой компас земной, а удача награда заснелась. Мало навести в здании вот такую красоту, в новое помещение еще нужно вдохнуть творческую жизнь. Это и будет основным направлением деятелей искусств Дома культуры Чолпан. Альбина Ламкова, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Усть-Джигутинский район. Затем в Старой Джигуте Рашид Тимреза провел прием граждан из Джигутинского района, а после провел осмотр строящейся школы аула Гюрельдеук. Подробности смотрите завтра в наших выпусках «Вестей». МЧС информирует, сегодня и завтра в Карачаево-Черкесии в горах лавиноопасно. А теперь слово нашим синоптикам. В Карачаево-Черкесии дождь, местами сильные осадки, в отдельных районах туман. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 0 плюс 5, днем 6-11 выше нуля. В Черкесске временами дождь, ночью и утром туман. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 3-5, днем 8-10 градусов тепла. Это «Большие вести» в прямом эфире. Мы продолжаем. И вести из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших составило 19 839 человек. Из них 19 540 выздоровели, 132 человека госпитализированы. Сегодня глава республики Рашид Тимреза встретился с председателем Координационного центра мусульман Северного Кавказа муфтием Исмаил Хаджи Бердиевым. Руководитель региона поздравил его, а также всех мусульман республики с наступающим священным месяцем Рамазан. В ходе встречи были рассмотрены вопросы взаимодействия с главами администрации городов и районов по подготовке к организации ифтаров. Руководители муниципалитетов определят место проведения разговения, решат ряд организационных вопросов, а также обеспечат меры санитарно-эпидемиологической защиты. Священный месяц напоминает всем мусульманам о вечных ценностях жизни человека, который исповедует ислам, призывает к единению, проявлению заботы и милосердия к людям. С завтрашнего дня в республике организуем доставку 1000 продуктовых наборов особо нуждающимся семьям из всех городов и районов республики, отметил Рашид Тимрезов. Итак, завтра у верующих начинается обязательный пост Ураза. От рассвета до заката мусульмане воздерживаются от еды, питья, сквернословия, совершают богоугодные дела, просят Всевышнего, а не с посланием мира, здравия. Вечерние молитвы в мечетях будут проходить с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм, отметил муфтий республики. С завтрашнего дня, иншаллах, начнем первый Рамазан. Дай Аллах, чтобы этот месяц мы держали уразу, и чтобы мы исполнили волю Всевышнего Аллаха. Аллаху Таала в Коране сказал: «Кутиба алейкум ас-сиям, кама кутиба алаллазина мин каблекум, лаалакум таттакун». Аллаху Таала говорит: «Я вам предписал уразу так, как предписал это тем, которые были до вас». Обычно, когда человек голодный, то он бывает нервным, и он начинает злиться, ругаться, драться и все остальное. Все негативное Иблис заставляет тебя делать именно вот в этот месяц милости Аллаха. Вот это надо помнить постоянно. Если даже кто-то пришел к тебе с тобой ругаться, ты должен сказать: я в Рамазане, я держу пост, и надо повернуться и уйти. Пусть даже он тебя обзывает, ругает, что бы там ни было. Ты должен не забывать, что ты именно месяц Рамазан должен быть перед Всевышним Аллахом чистым и светлым. Более 120 товаропроизводителей из Карачаево-Черкесии и соседних регионов представили свою продукцию на республиканской весенней ярмарке. На торговых площадках был широкий ассортимент товаров от товаропроизводителей и без посредников. О новшествах ярмарки, о том, как соблюдалась ценовая политика, в репортаже Светланы Шагановой.
Специально организован маршрут «Ярмарка Агропарк». Вас отвезут и привезут домой с покупками. Моя корзина сегодня пуста, но через пару часов она наполнится продуктами. Впервые ярмарка проходила в агропарке. Для удобства продавцов и покупателей на площади 12 тысяч квадратных метров в новом микрорайоне Черкесско-Северный разместился торговый комплекс. Все дороги ведут в агропарк. Ярмарка зовет. Сегодня нам не страшен ни дождь, ни снег. Впереди огромный комфортный павильон, где представлен широкий ассортимент качественной продукции. Торговые точки работали как в огромном павильоне, так и на территории агропарка. Производители смогли реализовать продукцию без посредников, а покупатели приобрести товар по минимальной наценке. Приоритет ярмарки – ценовая политика. В этот раз минус 15% на все. Задача стоит, чтобы здесь были цены доступные где-то на 15% ниже рыночной стоимости. И я вам скажу, что этого нам удалось достичь. Еще в декабре правительство России приняло меры по сдерживанию цен на социально значимые продукты. К примеру, сахар. Производитель в Карачаево-Черкесии – это Эркиншахарский сахарный завод. Снизил цену до 36 рублей за килограмм. Подписано соглашение, что они будут сдерживать цену, там 36 рублей оптовая продажа, и они с этим справляются. Сегодня просто ярмарка, там продают как мешками, так и в розницу, поэтому проблем с сахаром не будет. Правительством Карачаево-Черкесии ведется мониторинг по стабилизации цен. После подписания соглашения на следующей неделе мы планируем, что наши оптовые крупные базы будем подписывать с производителями сахара, подсолнечного масла, для того, чтобы они снизили рынок. Лично проинспектировали стоимость товара на ярмарке министр сельского хозяйства Анзор Баташев и министр промышленности и торговли Мурат Аргунов. Не выше 100 рублей, но это самая низкая цена. Это максимальная. А самая высокая 136 рублей, да? Сегодня мы отпускаем по сниженным ценам. Профильные министры осмотрели всю продукцию и даже продегустировали настоящий домашний сыр. Очень вкусный. Это наш местный производитель, который производит в домашних условиях очень вкусные сыры. Жители и гости республики оценили современную сельскохозяйственную торговую площадку, где в одном месте можно купить разные продукты. Очень много товара, и все товар хороший. Комфортно все-таки в таком павильоне? Конечно, конечно. Даже шикарно. Очень хорошо. Пусть люди обязательно сюда приезжают. Обязательно. Здесь, куда ни глянь, местная продукция. Как говорится, родная и качественная. Да и продавцы старались привлечь покупателей не только своим товаром, но и антуражем. Никто не проходил мимо лавки со свежей выпечкой. Мини-пекарня только набирает обороты. Поддержку в приобретении оборудования оказал агропарк. Анзор Баташев предложил начинающим предпринимателям попробовать себя в роли агростартапа и получить грантовую поддержку от Минсельхоза. Привлечь покупателя задача непростая, поэтому у каждой торговой точки свой дизайн. Широкий ассортимент мяса, рыбы, овощей, саженцев можно было оценить на открытой площадке. Ярмарка с давних времен подразумевает праздник. И поэтому в ненастную апрельскую погоду поднимали настроение творческие коллективы Республиканской филармонии. Господдержка, создание комфортных условий для фермеров – одна из важных задач Минсельхоза России, так и регионов. И в этом направлении значительные шаги уже сделаны. С открытием агропарка и проведением ярмарок у товаропроизводителей появилась возможность реализовать свой товар без наценки. Светлана Шаганова, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Последние с 12 по 15 апреля будут проводиться командно-штабные учения и ожидается кратковременное включение сирен и из громкоговорящих устройств. Всех просят сохранять спокойствие. Таким был понедельник Карачаево-Черкесии. Прямо сейчас смотрите первую серию фильма «Осколки», а после – грандиозный концерт с Байконура. Приятного просмотра и ждите вестей.